О, лайк поставили. Вань, мы реакцию снимаем. А. 3, 2, 1. Салем, Достар! Сегодня мы снимаем реакцию на шикарную песню. Исполняет ее Димаш. Любовь уставших лебедей, Димаш. Ничего себе. Поехали. Просто Семен выбрал, я даже его... Мы просто по очереди выбираем. Посмотри. Должно быть круто очень. Глаза, я уже в шоке. Ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя. У него какая-то аура всегда. Голос завораживает сразу же. Если мы будем молчать, то не серчайте на нас, пожалуйста. Устали, нам очень трудно, я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могу жить в разлуке, лебедь. У меня сейчас мурашки пошли. Сразу чувствуется, это намного лучше такая музыка всего. Чистая. Не могу жить в разлуке. Это Игорь Крутомир, как она была? О, ничего себе, он переключил, да? Голос. Совсем в другом жанре. Все-таки Димаш, конечно, это уровень. Но я не слышал еще вокалистов с такими данными, с таким душевным посылом. Капец, уже другое. Это кто-то поет там квартетом, ему не надо никого. Да. Слышишь, это так немножко... Это специально было сейчас? Как хрипота чуть-чуть. Я еще в шоке от него. Ну нереально, просто без погрешности. Постоянно меняю регистры. Все живьем по-любому. Да, живем, да, всегда. Ну, это очень клево. Комментировать даже ничего не надо, как бы все и так понятно. Грех перебивать. Прости. У него. У меня вот сейчас мурашки жесткие. Как чувствует музыку эту. Любовь мою он гений. Любовь уставших.
Просто браво. Вообще кайф. И завораживает так еще. Димаш Кудайберген. Друзья, я в шоке. Мы в шоке. Спасибо, что вы посмотрели этот ролик вместе с нами. Мы вновь и вновь убеждаемся в том, что Димаш просто холодно, настолько одарен, что возможно и не найти таких исполнителей. Не, действительно, прям. У меня нет слов. Я вот просто открываю для себя, я очень мало слушаю, надо прям. Да. Это вообще заряжает еще очень. Весь сильно. Репертуар Димаша послушать. Друзья, спасибо большое, огромное, спасибо, что вы посмотрели, были с нами. До новых встреч!